Чувашские полицейские вернулись с победой со всероссийского турнира по смешанному боевому единоборству, который проходил в городе Севастополе. Подробности у нашего коллеги из пресс-службы МВД Олега Ашнина. Первый всероссийский турнир по смешанному боевому единоборству между сотрудниками правоохранительных органов был организован обществом «Динамо» и Союзом ММА России. В турнире приняли участие представители МВД, внутренних войск, сотрудники госнаркоконтроля, Федеральной службы исполнения наказаний и других силовых ведомств. Соревнования проходили по олимпийской системе на вылет. В ходе боев бойцы чувашского СОБР Александр Галкин и Александр Инедеркин заняли четвертые места. Александр Егоров и Борис Гурьев завоевали бронзовые медали. На самую высокую ступень пьедестала удалось встать оперуполномоченному из Чебоксар старшему лейтенанту полиции Игорю Кириллову. В весовой категории я провел 3 боя с представителями команд Чеченской Республики, Санкт-Петербурга и команды Крыма. Уровень соперников достаточно высокий, все они являются победителями чемпионата своих регионов. По итогам состязаний в командном зачете на третье место вышла сборная Крыма, второй стала команда Чечни. Победили во всероссийском турнире бойцы из МВД по Чувашской Республике. На церемонии награждения и закрытия соревнований награды спортсменам вручали исполняющий обязанности губернатора города Севастополь Сергей Миняйло, исполняющий обязанности главы Республики Крым Сергей Аксенов и восьмикратный чемпион мира Федор Емельяненко. Следует отметить, что это не единственная победа сотрудников чувашской полиции на всероссийских и международных аренах. В МВД Республики уделяется большое внимание физической и профессиональной подготовке, в особенности прикладным видам спорта. Это как самбо, рукопашный бой, легкая атлетика, преодоление полосы препятствий с практической стрельбой. У нас в рядах сегодня проходит служба 8 мастеров спорта международного класса. Более 30 сотрудников полиции имеют квалификационные звания мастер спорта, но более 50 кандидатов в мастера спорта. Впереди спортсменов из МВД по Чувашской Республике ждут новые испытания. Уже в октябре этого года старший лейтенант полиции Игорь Кириллов собирается принять участие в чемпионате мира по панкратиону, который пройдет в Венгрии. Пожелаем ему удачи.